Всем привет! И с вами вновь Альбина Бакирова. И вот уже второй год мы присутствуем на грандиозном чемпионате, который называется Бомба Клаб Чем. Посмотрим. Всех всегда интересует, сколько же мне лет. Начну с подсказок. Помню, в 40-х мы танцевали вот так. В 70-х вот так. В 90-х вот так. Ну а теперь танцуют вот так. Здравствуй, Катя. Привет, Вики. Это наш сегодняшний тренер, наш жюри. Катя, ну скажи, как ты доехала? Было очень весело. 24 часа в автобусе. В автобусе? Да. Где вы останавливались? Мылились вы вообще? Мылись? Мылись? Кажется, не мылись. Так вот. Я представляю город Харьков. Танцую уже дэнс-холл на протяжении 5 лет. И не то, что танцую, а живу им. Вот. И хотелось бы передать все те эмоции, которые я накопила за 5 лет, опыт, и обменяться этим с учениками. Я рада сюда была приехать даже на автобусе, потому что я вижу, что у ребят огонь в глазах, и это самое главное для меня. Почему ты назвала себя Катя Вау? Был у меня первый тренер, Тоу, привет. Пришло время мне пойти на первые батлы. И я сказала Толу, назови меня как хочешь. Он написал, Катюша Вау. Я сначала была Катюша, потом Катюха, потом Кейт, а теперь Катрин. Будешь кушать сейчас? Я думаю, она будет только горилку. Как тебе Краснодар? Краснодар мне очень нравится, на самом деле. Мне очень город понравился, пока я сюда ехала. А он не похож на Украину? Чем-то... У нас тут все едят борщи. Чем-то на Киев похож. Как всегда в своем интервью я провожу мини-эксперименты. А сейчас мы спросим у простого народа, знают ли они такие направления, как бути-шейк, дэнс-холл и твёрд. Поехали. Знаете ли вы, что такое бути-шейк? Нет, нет, нет. Никогда не танцевали бути-шейк? Нет, не знаю, девочка. А почему вы не хотите ответить на этот вопрос? Почему вы ругаетесь? Все убежали, можно начать рыбу. Ну я пошла. Я в толпе увидела трансвеститов. Давайте возьмем у них интервью. Привет, пацаны. Привет. Какая команда? Булка Фэмили. Какую школу представляете Булка Фэмили? Постоянно. Булки наели? Конечно. Почему вы с усами? Сегодня какое-то трансвестит шоу? Мы автомобиль будем чинить. Очень странная вечеринка у нас сегодня, да, очень странный конкурс, потому что вроде бы дэнс-холл, а сегодня собрались у нас трансвеститы, механики, еще баскетболисты. Привет! Привет! Как тебя зовут? Кристина. В каких номинациях? В китсах. А, в китсах! Я думала, китс. Представляете, думаю, вот дети матерятся. Ты от какой школы танцев? С-11. На победу рассчитываем? Да. Ничего так, девчонки, да? Да. Нормальные? В твоем вкусе? Нет. Слишком взрослые? Ну да. Ты помоложе любишь? Да. Я тебя понимаю. Привет. Привет. Как тебя зовут? Аиса. А хочешь так же танцевать здорово? Не хочешь?